Всем привет! В этом видео вы увидите фотографии, из-за которых фотографам, сделавших их, теперь нельзя посещать Северную Корею. А власти последней теперь точат зубы на этих фотографов. И если вы решите сделать подобные фотографии, то вас ждет абсолютно такая же участь. Я не потерплю, чтобы меня... Если ты первый раз на этом канале, жми на красную кнопку подписаться и на колокольчик, который поможет тебе узнавать о новых видео самым первым. А также, если тебе интересно понаблюдать за моей жизнью как автора этого канала, ты можешь подписаться на мой личный инстаграм. Буду рад общению. Итак, в Северной Корее запрещено фотографировать солдат. В Северной Корее нельзя фотографировать солдат. Причин для этого много, но, вероятно, самое важное из них звучит так. В жизни армия Северной Кореи не такая устрашающая, как на фотографиях, которые печатаются в газетах. В новостных изданиях Северной Кореи армия изображается как натренированные роботы, которые могут уничтожить кого угодно и где угодно. Но на деле это не так. Худые, уставшие, не всегда в подобающем виде. Уж точно не похожи на роботов. Фотограф, который сделал эти и следующие снимки, чудом сумел их вывести за пределы страны, а теперь не может попасть на территорию Северной Кореи. Фотографировать детей за работой. Дети, которые работают на полях в этой стране, создают впечатление бедной страны, которая еще заставляет детей работать. Власти считают эти фотографии оскорбительными, и после того, как они появились в сети интернет, они сразу же стали добиваться их удаления. Но это сделать не так просто, ведь фотографии появились уже на сотнях сайтов. Фотографировать людей, которые спят. Стоит оговориться, не всех спящих, а только тех, которые на фото могут показаться мертвыми, как вот этот мужчина. Хотя он просто отдыхал на камнях. Как он мог спать на таких камнях, это уже другой вопрос. А если это солдат, то его тем более нельзя фотографировать, ведь по мнению правительства Северной Кореи, солдат не может отдыхать. Фотографии людей за общественными работами. Люди нередко отправляются на общественные работы в деревню. Изначально фотографии такого типа оказались все тем же вышестоящим властям весьма положительными. Но через короткий промежуток времени под такими фотографиями в интернете стали появляться надписи «Людей якобы заставляют работать». И это стало расцениваться как негативный момент, который портит репутацию Кореи в глазах других стран. Фотографии улыбающихся людей рядом с портретами лидеров страны. Как вы уже знаете, люди в Северной Корее превозносят своих лидеров, прошлых и теперешних. Поэтому запрещено делать фотографии, на которых человек улыбается или делает что-то глупое рядом с портретами лидеров страны. По мнению последних, это может расцениваться как неуважение к правительству. Фотографировать бедность. Все фотографии, на которых изображена бедность в любом ее виде, подвергаются цензуре и не допускается появления таких фото в иностранных источниках. Но несмотря на запреты, снимки появлялись и будут появляться. Северная Корея с неистовой силой борется за то, чтобы выглядеть в глазах других стран, людей и властей сильной страной. Страной, которая находится на пике развития и технологий. Поэтому также запрещено фотографировать отсталость в развитии. Как было определено, гиды стараются, чтобы в кадр попали дети с компьютерами, но потом оказывается, что компьютеры даже не включены, и фотография сразу же приобретает абсурдность. Количество машин, как и количество компьютеров, оставляет желать лучшего. Старые автобусы и велосипеды – это основной вид транспорта в этой стране. Но фотографировать людей, которые устали с дороги, также запрещено. А на этом все, жду комментариев от каждого зрителя, напишите свое мнение по поводу таких запретов в комментариях под видео.